Это мой прадедушка Михаил. В нашей семье его называют просто дядя Миша. Прошел блокаду Ленинграда. Был младшим сержантом, артиллеристом. Громил вражеские поезда, автомобили. За что и получил медали за отвагу и за оборону Ленинграда. В Великую Отечественную войну наши деды и прадеды сражались за Родину и победили. И сейчас наши парни также героически сражаются за свою отчизну. В этом году «Бессмертный полк» проходит в новых форматах, в том числе портреты своих героев теперь можно нанести на одежду. А 9 мая я поеду в Екатеринбург, где дам концерт. Кстати, я уже подготовился. Присоединяйтесь и вы.